Всех приветствую на канале Блокчейн. Сегодня у меня обзор ICO проекта Pinmo. Давайте его разберем. Интеллектуальный социальный маркетинг, обеспеченный блочной цепью Pinmo, объединяет интеллектуальную маркетинговую платформу с мотивированным социальным обменом, чтобы стимулировать более высокое аутентичное взаимодействие на нескольких сайтах социальных сетей. Pinmo разработала уникальную монетизированную маркетинговую систему, которая рассматривает множество возможностей для отображения контента на нескольких платформах социальных сетей, которые полностью учитывают потребности пользователей и клиентов. Он также монетизирует совместное использование организованного контента, стимулирующего клиента к участию и взаимодействию. Pinmo объединяет интеллектуальное оптимизированное обновление для социального обмена с подключенной безопасностью и проверкой технологии блокчейн. Благодаря блочной цепочке сеть предоставит рекламодателям четкую запись всех данных о трафике и бюджетных расходов на платформе. Пользователи могут зарабатывать токены, которые ранее были выделены рекламодателем путем обмена брендами в своих социальных сетях. Платформа Pinmo позволяет быстро и легко обмениваться информацией и оплачивать их условия. Безопасность блокчейна означает, что ваши показатели являются подлинными и могут быть успешно использованы для обоснования и увеличения бюджета. Основанием для токена Pinmo является предоставление пользователям возможности сэкономить свои заработанные деньги с помощью криптовалюты, которые могут быть проданы на рынке, сохранены на защищенном холодном кошельке или проданы на бирже. На этом я заканчиваю обзор ICO проекта Pinmo. Для получения дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь, всем пока!